Авария на объездной дороге. Грузовик влетел в столб и засыпал проезжую часть бревнами. ДТП произошло в воскресенье днем. По словам свидетелей, водитель ехал под горку и превысил скорость, в результате чего на повороте у него лопнуло колесо. Грузовик пробил отбойник, вылетел на полосу встречного движения и опрокинулся, врезавшись при этом в столб. Автомобиль был гружен бревнами, которые рассыпались по проезжей части и спровоцировали еще несколько столкновений. Как утверждают свидетели, в результате аварии по счастливой случайности пострадали только автомобили, однако движение было восстановлено только вечером.